Друзья, всем привет! У меня остались такие обрезки доски, которые пойдут в дело. Я заранее их напилил в размер. Размер давать пока не буду, так как делал все на глаз. И, честно говоря, вторую такую самоделку сделаю немного с другими размерами. Потом расскажу почему. В процессе изготовления буду часто пользоваться самоделками, которые я изготавливал ранее. Кому будет интересно, ссылки на видео будут в описании. Сразу говорю, самоделка не для гаража или мастерской, но очень полезная, так как пользователь данной самоделки сегодня особенный, и результат будет оценивать по всей строгости. Ну ладно, интригу создал, теперь предлагаю посмотреть, что же я буду делать.
И вот, как вы, наверное, догадались, я сделал детский стульчик. Сделал его из остатков доски 20 на 120. Еще для ножек использовал черенок от лопаты и сделал пропилы на циркулярке. Удобный способ. Вообще, это мой первый стул, который я сделал сам. В целом, пользователь остался доволен, но на камеру согласился продемонстрировать только, как на стульчике сидит Жужа. Вообще, я бы изменил пару моментов в этом стуле, а именно, сделал бы спинку повыше и сидушку подлиннее. Это придаст более эстетический вид изделию. Второй такой стул я сделаю по той же технологии, но с немного другими размерами. Спинки и сидушки. Конструкция стула прочная, так что я тоже могу спокойно на нем сидеть, когда предлагают. Друзья, напишите в комментариях, как вам такая самоделка. А на этом на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. Желаю всем хорошего настроения, всем пока!